Всем привет, вы на канале Техноарена, и в этом видео я расскажу вам о лучших картах памяти. Эти устройства используются со многими гаджетами, и очень часто они необходимы в смартфонах, так как встроенной памяти может не хватить под все файлы, которые требуются пользователю. Я составил топ из 7 лучших карт памяти, примечательных своей надежностью, скоростью чтения данных и другими особенностями, о которых расскажу в этом видео. Также я оставлю в описании под роликом ссылки на специализированные ресурсы, где вы сможете ознакомиться с ценами на всех участниц данного топа. Ну а перед тем, как я начну, хочу напомнить вам, что на канале Техноарена вы найдете много интересных рейтингов и обзоров различных смартфонов и гаджетов, которые помогут вам определиться с покупкой новых товаров. Поэтому рекомендую подписаться и нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео. Ну и конечно же, я буду признателен вам за лайки и комментарии, которые очень помогают в развитии канала. Итак, устраивайтесь поудобнее, а я расскажу вам о лучших картах памяти для смартфонов. Поехали! Открывают наш топ карты памяти microSD от компании Samsung из серии EVO+. Они совместимы со множеством устройств и представлены модельным рядом карт памяти емкостью от 64 до 512 гигабайт. Так что каждый покупатель сможет подобрать оптимальную модель по цене и объему. Главным достоинством этих карт является их надежность. Благодаря четырехкратной системе защиты, карты Samsung EVO+ выдерживают пребывание в морской воде на протяжении до 3 дней, не боятся экстремальных температур, просвечивание рентгеновским излучением и магнитных полей, интенсивность которых эквивалентна излучению рентгеновских сканеров. Кроме того, компания Samsung предоставляет 10-летнюю гарантию на эти карты памяти, так что можете быть уверены, что они прослужат вам долго, и вероятность риска потерять сохраненные данные сведена к нулю. Из других особенностей Samsung EVO+ стоит отметить высокую скорость чтения и записи данных, составляющую 100 и 90 мегабайт в секунду соответственно. Благодаря такой скорости 3-гигабайтное видео можно будет перекинуть на ноутбук всего за 38 секунд. Кстати, покупать адаптер, чтобы перекидывать данные с карты памяти на ноутбук или компьютер, не понадобится, он уже включен в комплект. Те, кто уже приобрели Samsung EVO+, высказываются о них строго положительно, отмечая, что для своей стоимости это отличные карты памяти, как по надежности, так и по скорости. Так что могу смело рекомендовать их к покупке. Далее в нашем топе идут карты памяти Kingston SD CS2 SP. Производитель предлагает варианты таких карт объемом 32, 64, 128, 256 и 512 гигабайт. Их главной особенностью является улучшенная производительность при использовании со смартфонами или планшетами на базе операционной системы Android. Они обеспечивают более высокую скорость, достигающую 100 мегабайт в секунду, и емкость, ускоряя загрузку приложений и выполнение таких задач, как создание и обработка фотографий высокого разрешения или съемка и редактирование видео в формате Full HD. Также стоит отметить, что такие карты памяти устойчивы к воздействию воды и экстремальных температур, устойчивы к ударам и вибрациям, а еще имеют защиту от рентгеновского излучения. Поэтому их смело можно брать куда угодно с уверенностью, что ваши фотографии, видео и файлы будут в безопасности. Кроме того, производитель дает гарантию на весь срок эксплуатации таких карт. Владельцы отзываются об этих картах строго положительно, отмечая, что смартфоны с ними не тормозят, а записи и чтение данных проходит очень быстро. В общем, отличные варианты для покупки, к тому же по очень привлекательной цене. Продолжают наш топ карты памяти Transcend 300S. В данную серию входят модели объемом от 4 до 512 гигабайт, так что каждый сможет подобрать для своих нужд подходящий вариант. Но если дело касается смартфона, то я бы рекомендовал модели объемом от 32 гигабайт, так как они соответствуют требованиям нового стандарта А1, обеспечивая производительность не менее 1500 IOPS при выполнении операций случайного чтения и 500 IOPS для операций случайной записи. Поэтому они отлично подходят для считывания небольших фрагментов данных и ускорения запуска приложений. Также стоит отметить, что карты памяти Transcend 300S соответствуют требованиям стандарта U3 и V30 для записи видео в формате 4K Ultra HD, обеспечивая скорости чтения и записи до 185 мегабайт в секунду соответственно. Из других достоинств стоит отметить устойчивость к высоким температурам, рентгеновскому излучению и статическому электричеству, влагостойкость и ударопрочность. Ну а гарантия на эти карты действует в течение 5 лет. Владельцы отзываются об этих картах памяти строго положительно, отмечая их долговечность и высокую скорость, а также доступную стоимость. В общем, если нужна недорогая карта
карта памяти с высокой скоростью чтения и записи, то рекомендую обратить внимание на серию Transcend 300S. А узнать стоимость этих и других карт памяти, упоминаемых в ролике, как я уже говорил, вы можете на специализированных сайтах, ссылки на которые указаны в описании. Карты памяти Kingston SDCG3 относятся к серии Canvas Go, отлично подходят для мобильных устройств на базе Android, а также очень часто используются в экшн-камерах, дронах и при видеопроизводстве роликов в разрешении 4К. Они поддерживают класс производительности приложений A2, что обеспечивает быструю работу приложений на смартфонах. А благодаря скорости 170 МБ в секунду эти карты памяти значительно ускоряют процесс записи и чтения данных и позволяют снимать видео в формате 4К Ultra HD, не беспокоясь о снижении скорости и пропущенных кадрах. Также они позволяют снимать фотографии в режиме серийной съемки, переход между которыми будет плавным и последовательным. Приобрести Kingston Canvas Go можно в версии на 64, 128, 256 или 512 ГБ. В комплекте будет SD-адаптер, так что вы сможете без проблем перекинуть файлы на ноутбук. Также эти карты могут похвастаться отличной выносливостью. Они без последствий переносят падения, удары и вибрации, не боятся воды и вредного электромагнитного или рентгеновского излучения, а также могут эксплуатироваться в условиях как очень низких, так и высоких температур. Так что переживать за сохранность файлов на таких картах не стоит. Ну и приятным бонусом будет гарантия от производителя, которая будет действовать на протяжении всего срока эксплуатации. Вновь представительницы компании Kingston в нашем топе – карты памяти из серии Canvas React Plus. Они обеспечивают надежную и долговечную работу, а также очень высокую скорость чтения и записи, за что пользуются большим спросом у многих пользователей, которые снимают видео в форматах 4 и 8К, а также делают фотографии с высоким разрешением. Карты памяти Kingston Canvas React Plus разработаны с учетом последних стандартов и новейших скоростных классов U3 и V90. Скорость записи данных у них может доходить до 165 МБ в секунду, а чтение аж до 285 МБ в секунду. Кроме того, они поддерживают класс производительности приложений A1. Так что такие карты памяти обеспечат быструю работу приложений на смартфоне, у которого полностью забита внутренняя память, а также обеспечат плавные последовательные кадры при серийной съемке и отличное качество видеороликов в высоком разрешении. Из других достоинств этих карт памяти стоит отметить, что они выдерживают сложные погодные условия, не боятся перепадов температур и на весь срок эксплуатации им обеспечена пожизненная гарантия от производителя. Также стоит отметить, что в комплекте с картой идет USB-ридер для быстрой передачи файлов с карты памяти на ноутбук или компьютер. Ну а что касается модельного ряда, то приобрести карты памяти Kingston Canvas React Plus можно будет объемом 64, 128 или 256 ГБ. Продолжают наш топ карты SanDisk из серии Ultra. На выбор доступно множество вариантов, начиная с 16 гигабайтами и заканчивая 1 терабайтом памяти. Так что найдется карта даже для большой видеоколлекции и тысяч фотографий. Из достоинств карт памяти SanDisk Ultra стоит отметить, что они имеют класс производительности A1. За счет этого они отлично оптимизированы для мобильных устройств и ускоряют запуск и работу приложений. Скорость передачи данных у них может достигать 120 мегабайт в секунду. Также стоит отметить, что карты памяти поддерживают работу в фирменном устройстве чтения MobileMate USB 3.0, которое позволит быстро переносить много файлов, что сэкономит вам время при частом копировании. Так что перекинуть фотки на ноут и компьютер займет минимум времени. А еще через фирменное приложение SanDisk Memory Zone, которое доступно в магазине приложений Google Play, можно будет просматривать все файлы с вашего телефона и подробную информацию о них, получать к ним доступ и выполнять их резервное копирование. Также это приложение может автоматически перемещать файлы с устройства на карту памяти, чтобы освободить место. Ну а что касается надежности, то SanDisk Ultra устойчивы к перепадам температур, воздействию влаги, и производитель дает на них 10 лет гарантии. Завершают наш топ карты памяти SanDisk Extreme Pro. Их скоростной класс A2 позволяет добиваться отличного быстродействия приложений, делая использование смартфона еще комфортнее. Кроме того, благодаря классу скорости U3 и классу скорости видео V30, эти карты памяти позволяют записывать непрерывное видео в формате 4K UHD и Full HD. В модельный ряд SanDisk Extreme Pro входят карты памяти объемом от 32 ГБ до 1 ТБ. Для смартфона рекомендую брать модели от 64 ГБ.
мегабайт, так как скорость чтения у них доходит до 170 мегабайт в секунду, а при записи до 90 мегабайт в секунду. У карты памяти объемом 32 гигабайта скорость чтения скромнее, максимум 100 мегабайт в секунду, что в принципе тоже неплохо, а скорость записи до 90 мегабайт в секунду. Также стоит отметить, что карты памяти SanDisk Extreme Pro примечательны ударопрочностью и водонепроницаемостью. Кроме того, они работают при широком диапазоне температуры, защищены от воздействия рентгеновских лучей. Короче говоря, они очень надежные, а еще их можно устанавливать в фирменный карт-ридер Mobile Mate USB 3.0 со скоростью копирования до 170 МБ в секунду, который позволяет моментально переносить большие файлы и существенно экономит время при частом копировании. На этом у меня все. Напоминаю, что ознакомиться с ценами на все карты памяти, упоминаемые в ролике, можно на специализированных сайтах, ссылки на которые указаны в описании. Пишите в комментариях, какими картами памяти вы пользуетесь, ставьте лайк, если вам понравился ролик, а также не забывайте подписываться и жать на колокольчик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале Техно Арена.